Ученик пришел в кухню. Ну, слушай, сегодня нам навестит нас. Я хотел разбавить сестер. Я вас всегда по имени отчеству знаю. А мне зачем? Даже не надо. Так что, наверное, потеряю. Я свой. Я свой. Игорь Владимирович. У моего отца фамилия Андриан. Да, у него, потому что отец белорус, честно. Ну, честно, я с ним тоже белорус. Я белорус, да. Мама считается белорусской. Да, я. Исполняя сокровище благих и жизни подателю, иди, селися мы и очистены от всяких скверны, и спаси Боже души наши. Господи, благослови нас провести все собрание, прибыть в Слове Твоем и не отступить от закона Твоего, Господи. Тебе же подобает хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я, раз уж стою на этом месте, которое занимал Виктор Андреевич, буду так же, как и он, призывает всех, ходите по субботам. Да, получается, у нас три машины может увезти отсюда до остановки вообще всех, кто приходит на субботнее богослужение. Понятно, что у нас не возбранено ходить на другие храмы, но здесь братья готовят проповеди. Я думаю, мало где вы услышите Златоуста. Поэтому ходите. Очень-очень мало ходят по субботам. Сейчас вроде уже и далеко не лето, дачи закончились, да, может быть неудобно ходить, зима, но если кому сложно, договаривайтесь с тем-то из братьев, кто на машинах, все равно кто-то могут подвезти. Татьяна Кузьминична, расскажите, что у нас по больным? Ну, у нас больные все те же остаются, кто у нас постоянно болеет, а сейчас у нас Мария Яковлевна в горбольнице, у ней в кардиологии. Вот, ну я вчера с ней разговаривала по телефону. Она, ну ничего, так бодренько. Я говорю, тебя, наверное, только и ложат, чтобы ты там проповедовала. Она говорит, да я уж тоже так думаю. Ну вот в палате уже свидетельствует, как бы, ну, немножко получше. Ее в среду увезли. Нет, у нее там не инфаркт, а ишемия, да. Вот, ну кто у нас? Наталья заболела, Загуляева у нас болеет. Ливия заболела. Кто? Только что Ливия. И у нас Николай. Мы продолжаем еще за Николая молиться. Ну, я сейчас скажу. Вот. Пойду.
Лиза сегодня у нас пошла в другой храм, потому что Дмитрия Ростовского, она сегодня пишет там, где учится, короче, контрольную работу какую-то они пишут. Юля, да? Лиза. Лиза? Да. Устиновые заветы. Не будем отступать от того, что нам заповедовал батюшка, читать толкование на апостольское послание. Сегодня читалось два отрывка. Прочитаем толкование на послание к Ефесянам. Читали 2 глава, 4 по 10 стих. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Толкование. Мы делали дела достойные неумолимого гнева, но Бог говорит не просто милостью, но и богат милостью. И любовь от многой милости. Ибо иначе, как бы мы, чада гнева, удостоились любви. 5 стих. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И здесь окончание прежде начатой мысли. А прочее все вставка. Опять Христос посредник. И дело достойно доверия. Ибо если начаток, первенец жив, то и мы живы, так как Бог оживотворил его и нас, его в действии, а нас в силе теперь, и немного после и в действии. Вот необычайное величие силы его, и именно что он мертвых, сынов гнева, оживотворил. В этом упование нашего звания. С глубоким душевным потрясением он высказал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо не трудом и не собственными делами, говорит, вы спасены, но только благодатью. Ибо что касается дел, вы достойны были наказания и гнева. 6 стих. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Толкование. Как потому, что начаток и глава Христос, говорю, воскрешен, и нас через него Бог воскресил точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе и все тело. Посему говорит во Христе Иисусе, то есть потому, что Он восседает, и мы восседаем. Или же воскресил с Ним, должно понимать не о воскрешении, но об оживотворении через крещение. Как же после этого посадил, если терпим, говорит, с Ним и царствовать будем. 2 Тимофеям 2:12. И Христос говорит, сядете на 12 престолах, Матфея 19:28, и в другом месте. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано, Марка 10:40. Итак, это уже уготовано. 7 стих. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Толкование. Чтобы кто-нибудь не усомнился в сказанном, он старается сделать речь более убедительной, говоря, «Если не ради любви к нам, то по крайней мере желание явить свою благодать непременно это исполнит. Теперь многие не верят всему, а в будущем же веке все узнают, что нам Бог даровал, видя святых в неизреченной славе. Что же касается выражения во Христе Иисусе, оно значит, не ко Христу одному относится сие, но через Него перейдет и на нас, как начало ко всему. С Ним и живем, с Ним и воссядем. Так говорит великий Иоанн Златоуст, толкование на этот отрывок. А толкование на Евангелие от Матфея говорит, что никто не воссядет тогда. Подлинно нужен дар Духа и откровения, чтобы разуметь глубину этих тайн. Ибо если бы премудрый учитель Иоанн не сказал ясно, что мы будем посажены, то иной мог бы сказать, что во Христе уже сидим, равно как и то, что во Христе мы удостаиваемся поклонения от ангелов. Ибо не мы лично удостаиваемся поклонения, но так как наше естество, соединенное с Богом Словом, приемлет поклонение, то и на нас переходит эта честь. В этом смысле и говорит теперь, что и мы воссядем. 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Сказав о том, что касается Бога, именно что мы спасены благодатью, присовокупляет и то, что принадлежит нам через веру,
чтобы не нарушить свободы воли. Снова как бы уничтожает это, говоря, что и вера не от нас, потому что если бы он не пришел, если бы не призвал, мы бы и не последовали. Как веровать говорит того, о ком не слышали, Римлянам 10:14. Так что и вера – дар Божий. Или же иначе, не веру называют даром Божиим, а спасение через веру. Вот что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти, если бы Бог не благоволил принимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего спасения, но являться привносящими в нечто и от себя. 9 стих. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Это не значит, что Бог отверг нас, имеющих дела, но что и тех, которые погибли бы с делами, спас благодатью. Так что после этого никто не имеет права хвалиться, ибо слово, чтобы выражает причину, не выражает не причину, а последствия дела. 10 стих. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал беспечным по отношению к делам, он говорит, что теперь после веры нужны дела. Ибо ты создан во Христе Иисусе и стал новой тварью, после того, как умер в тебе в крещении ветхий человек. И как вначале ты был призван от небытия к бытию, так теперь призван к благобытию. Ты создан не для того, чтобы быть бездеятельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах, то есть весь путь жизни совершать в них, не 2 или 3 года, а весь путь твоей жизни. Ибо на это указывает он словом «исполнять». Ибо Бог предназначил всему, поэтому нельзя уклоняться от этого определенного Богом дела. На добрые дела, не на одно дело, а на все. Ибо если будет недостаток в одном, нарушается добродетель. А Григорий Богослов выражение «созданы на добрые дела» понимал не в смысле создания в крещении, но относил к первому творению. Аминь. Игнатий Тихонович, есть у вас слово? Если никого больше нет, вы лучше мне в конце давайте, а то я отниму время-то. Я буду... Ну, пока руки не поднимали, вот, а вот все поднимают. Так, с сегодняшнего дня Игнатий Тихонович, начинается пост. 2 минуты. Нет, и все. А то вы долго будете. Да, да. А я коротко. Значит, благодарю всех, братья. То есть, было землетрясение, потом было цунами. Сейчас цунами схлынуло, стало полегче. Но я хотел бы поделиться вот чем. То есть, прошел я этим этапом не зря. То есть, и Бог меня вел, интересно, по многим врачам, которые меня смотрели, нюхали, щупали, гладили, мяли. У меня живот заболел, все его измяли, такой массаж был суперский. В больнице прошел. Врачи были умудренные опытом. Пенсионеры. Ну, я думаю, ну все, это-то меня сейчас только посмотрит, и я и все здоровый, как бык. Сердце меряют, да ты, говорит, бык. Другой меряет, да ты не бык, ты буйвол. То есть, в общем, всяко-разного вот так. И бесполезно. И ничего не могу сделать. У меня тело холодеет. Тебя в больницу класть, я не вижу причины к лечению, понимаете? И Бог меня вывел совершенно случайно на врача, который даже меня не знает, не нюхал, не слушал, не трогал даже меня руками, не прикасался, не знаю по какой причине. И сразу же определил мою болезнь, вы понимаете, в чем дело-то? Вот Бог мне дал этого врача. Те, которые, я их не обвиняю ни в чем, но вот молитва человеческая, братская наша, смогла меня вывести на этого врача, который мне помог. Пока помог. Дальше не знаю. Все в руках Божьих. То есть во вторник опять иду на экзекуцию, там туда, там кровь и прочее, и прочее. Там врач скажет потом мне, дальше жить или будут оперировать. Не знаю. То есть пока всех благодарю за молитвы. Слава Христу. Простите, пожалуйста, я попрошу молитву, потому что мне на следующей неделе предстоит поехать в город Псковский. У меня тоже важный вопрос. Решить нужно будет.
судьбоносной, чтобы достойно выполнить волю Божию. И на неделе у нас, вот буквально в субботу, вчера была память Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. И последнее, что он оставил в прощальной проповеди святителя Иоанна Златоустова, сказанное им в Константинополе, перед отправлением его в ссылку, что ничего нет сильнее церкви. Сильный волн, жестокая буря, но я не боюсь потопления, ибо стою на камне. Пусть свирепствует море, оно не может сокрушить камня. Пусть поднимаются волны, они не могут поглотить корабля Иисусова. Скажите, чего бояться мне? Уже ли смерти? Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Уже ли ссылки? Господня земля и что наполняет ее? Псалом 23, 1 стих. Я не боюсь нищеты, не желаю богатства, не боюсь смерти и не желаю жизни. Разве только для вашего успеха? Я для того говорю о настоящих моих обстоятельствах, возлюбленные, чтобы вас успокоить. Никто не может разделить нас. Аминь. Аминь. Благодарю за молитвы, потому что дети мои тоже сегодня не могут быть здесь на служении. Игорь путешествует. У него трудная и работа, и путешествие в трудных условиях. Прошу молитв и о моих детях, чтобы они тоже в этот пост вошли достойно и исполнили волю Божью, чтобы мы спаслись в вечности. Слава Христу! Во веки слава! Аллилуйя. Благодарю Аллилуйя. За внимание. Спасибо, Христос. У нас еще два гостя из Митереевки. Есть слово, нет? Что-то... Ну, прошу помолиться. У меня и у брата Игоря сессия с понедельника. Всего 5 дней. Но эта сессия не экзаменационная, а просто установочная. Ну, тоже прошу помолиться об этом. Ну, слава Богу, в Потеряевке все хорошо. Снегу много и радости много. Что будет много влаги. Как дочка растет? Скажи, где учитесь или что-то, хоть люди-то что знают? Барнаульская духовная семинария, Алтайский край, город Барнаул. Как там Роман-то? Роман, слава Богу, не украден, не убит. Ну, слава Богу. Не курит и от пьянки не шатает. Все. Хорошо, на хозяйстве у меня остался. Ну, там маленькое у меня хозяйство, скромное. Угу. Для начала. У меня так по стечению обстоятельств получилось, что я на зиму съехал в Потеряевке с работой. И хотелось бы на зиму, не хотелось бы, я прихожу к вам, а что примите меня на зиму в свою семью. Да ты и так наш. Да, и у меня событие было 21 ноября, у меня Катерина, дочь, она повенчалась, вышла замуж за Сашу Шарина. Прошу молитв за них. Вот, ну, перешла в старообрядчество. И в семью Игнатия Тихоновича. Жить они будут в Потеряевке. Вот. Слава Богу. Ну вот так и вот у меня. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Больше нет? Так, сегодня последний день, я вас знаю, будет... когда можно есть все. Все. Как цыгане говорят, не хочешь, даешь. А Иоанн Златоуст просто высмеивает, говорит, как будто бы город готовится к осаде. Ну, говорит, а что в зубах останется, можно доедать? Ну, в зубах. Ну, ложится спать, поросенка за ногу укусил и сидит. Это уж ради смеха. Так. Что можно есть и что нельзя? Каждый раз спрашивают и не знают. У нас есть книга «К истинному православию». Там выбрано все. Сегодня уставов очень много. И не смотрят на то, как жила Русь до этого. Народ русский мало знал, что и божественного, но знали то, что в храме было. И жили по большому церковному уставу. Я его специально достал, церковно-славянский язык, на каждый день там выписано. И отдельные, ну как газеты, вкладыши выходили. Вот пост этот легкий считается. Кроме среды и пятницы разрешается рыба каждый день. До Николы, Николин день, Николы зимний называется, 19-го.
декабря. С 19 декабря рыба разрешается только в субботу и воскресенье. Ну а дальше, сами знаете, рождественский сочельник и Рождество. Рождество и крещение были в один день когда-то. Первой апостольской церкви. Не было двунадесятых праздников, только один. Это евангельский уже. А потом уже остальное все там пришло. Так вот, календари разные делаются. Ну вот батюшка, я думаю, что это его работа. Он заказал вот выше такие календари. Обычно календарь вот. А здесь, когда он заказывал, 16-й год, дальше начинается 17-й. И наши рисунки здесь. У кого нету календарей, которые не брали? Батюшка дает бесплатно. Ну как... Пусти там. Это одна картинка, с другой не путайте. А вот это другие картинки. Там целиком женский батальон. Все женщины. Так, это другие. Кому надо? Посмотрите. А вот это вот, тут я беру и всего только три я взял. Это отдельно. Это отдельно только. Просто так. Так, кто участвовал, посылали деньги в библейское общество? Людмила Степановна, вы не искали эту справку? Кто-то искал, попередайте ей. Передай деньги, библейское общество жертвовали. Это хорошее очень дело. Так, я попросил бы, кто читает молитву, читайте громче, как разговариваете. Молитва должна быть услышана всеми. Если проповедь не расслышал, это твое. Если молитву не расслышал, потеря человека. Проповедь говорится нам о молитвах к Богу. И входящий, если он не понял или не расслышал, как скажет аминь? Ты остался один, ты потерял человека. Это апостол Павел говорит. Молитву читайте, возможно, громче. Внятнее. Медленно, с расстановкой. Я знаю, кто начинал первый. Господи помилуй, Господи помилуй. И, наконец, вели, Господи, помилуй. Брату Игорю принадлежит это. И сколько бы ни читали медленно, все будет на него теперь. Ты первый начни, говорит, как начаток будешь в этом деле. Так, крещение нынче летом будет. 9 июля. Потеряевки. Для себя имейте в виду. Объявление. Наш лагерь расформирован, его теперь нету. В том варианте, в каком он был. Но дети также будут. Будем собирать. Мы приобрели 4 домика в Потеряевке. Один дом 80 квадратных метров. Уже большая работа сделана, там отмостки сделали. Теперь как внутри, только нужна будет помощь. В каждом доме должен быть повар, отдельно заниматься. Приезжает в гости. Там прописаны люди. В одной Владимир Александрович Пащенко, в другой Никита Андреевич Колесников. Это самые большие дома. Другие там поменьше. В одном, видимо, Роман будет. Нам нужны волонтеры. Моя задача стоит привести детей, продукты и безопасность. Колодцы рядом, все есть. И думаем, что для Роспотребнадзора, ну, мы не такие будем досягаемые. Просто приехали в гости ко всем, тем более, кому приезжают с Киргизии, рядом дед-бабка с ними. Они чтобы говорили, уберите из названия детский лагерь. Мы не название убрали, а лагерь убрали. Опережать события надо. И нынче Бог благословил так, что был суд. Они просили, чтобы лагерь временно закрыли. Просили, когда лагерь уже 9 дней как был полностью ликвидирован. Они отстают от жизни. Надо опережать события. По милости Божией у нас профессионал свой есть в юридических кругах, брат Севастьян. Ну, все это слышали, и все выставлено. Отвечал так, что я только стоял и молился. Там не было нас, но мы все знали, молились. Молились все. Молились протестанты, молились католики, даже мусульмане, как я узнаю. И Бог помиловал, отвел. Просто так вырваться из их капкана почти невозможно. Штрафы больше миллиона. Меньше миллиона практически штрафов нету. Это пакет яровой. Но нас пока нигде никак не тронули. И выходим на благовестие. У нас вовремя сделали. Справки получили, регистрации. Может быть, даже не было проверки, если бы там мама Тимоши не двинула. Она желала сделать нам какой-то ущерб, а получилось, наоборот, мы прошли все комиссии, или что там, как называется, справки все отдали. Господь так делает. Так, вы, кто надумает, поднимите руку, подойдите, мы договоримся. Надо сегодня уже заботиться. Нам обязательно нужно хотя бы, ну, человека три. К
которые могли бы пробыть месяц 20 дней с детьми. Это работа для будущего. Коснулись детей. Вчера мне поступил упрек по интернету. Моя внучатка от племянника, дочка, хорошая, все, но отправили куда-то в гости. И она там совсем не такая. Вот это фотографируется, ставите вот так ногу согнуть, чтобы зад отпятился. И вот так ставить, чтобы было видно здесь впереди, говорит, каждой комочки. Девчонка-то еще там совсем какая есть. Мне сразу же упрек. Это что? Вас мир поглощает детей. Запомните, в России до последнего времени ни один на миллионы фотографий, фотографий много было, никто так не фотографировался. А в другом месте языки вот такие выставлены, как лопаты. Это для тех, кто занимается самым гнусным грехом. Они все это перенимают. В одном месте сидит, не поймешь, брюки или платье. Я даже звал комиссию. Ну, говорят, она в брюках. У нас в брюках даже в деревне нельзя быть. Это верующей семье или как. Что короткая юбка была, не раз задерживал. И все это идет от родителей. Если вы детей не сохраните, вы будете рыдать и плакать. Вот одеты, как у нас по-церковному, они недосягаемы по сегодняшний день. Вы знаете, что делается во Франции, где при, там, хлынули когда с Сирии-то. Какое насилие в Германии было, там ничего не могут сделать. Хватают, просто насилуют. Которые одеты так, ни к одной пальцем никто не прикоснулся. Я разговаривал с мусульманами, а с чем связано, а как они одеты? Какие христиане? Я говорю, написано, что люди Писания, ваша книга священная говорит. Так это Писание, они ничего не знают. То есть они хватают тех, что валяются. Очень прошу, позаботьтесь, что не в храме только от наших дети-то одеты-то, ну картинка одна. Но когда выйти дальше-то, ни с кем не разговаривайся. Учите детей никому никуда не заходить. И школу тащите домой сразу. Какие страшные потери, невосполнимые. Ну где, в Пскове или как было? Дети беспризорные, как будто бы у обоих родителей. По телевизору смотрят, там где-то в интернете нашли проповедники смерти. И мальчишки-то сколько там, кто считал? 15. Ну, совсем молодые, девчонка такая же. И они там оружие достали у отца, у одного из них. И оттуда стреляют собак. Приехала полиция, они полицию. И все это в интернет тоже выставляют-то. А тот, полицию-то сдавайся, он застрелил ее, застрелил себя. И сейчас и милицию теребят, все там полетели. Верующий разве может это сделать? Они не понимают, что возврата никакого нет. И все показывают в интернете, вот они говорят, вот он поднимает ружье, вот он стреляет, рядом патроны, все остальное. Доигрались. Скажите, а в России было такое? Никто не слышал и не знал. Самое драгоценное, что у тебя есть, это твоя душа и душа твоих детей. Вот на это надо обратить внимание. У нас об этом и в календаре везде написано, в книгах. Ну, уделите побольше времени. У меня интересные данные. Кто математику любит, у кого карандаши есть, запишите кое-какие цифры. Запишите, вы будете искать потом. А из-за чего? Мне позавчера прислали программу. Такая программа есть. Я много лет искал, и вдруг один человек, митрополит. Не просто так где-то, митрополит. Выходит на меня, приветствуется, я не отвечаю. Еще раз, я еще не отвечаю. Ну, знаю, что всякие бывают. Может быть, он и не митрополит, а кем-то. Но оказалось не так. И он говорит, такая программа есть, я сейчас так говорю. Я говорю сейчас с вами, а у меня прибор стоит. Все это в письменном виде. Она такая слабая, много ошибок. А это ошибок вообще нету. Нету. Я говорю, скайп, она тоже его по латыни. Что не скажу, его все ставит на своем, только знаки препинания поставить. Я тогда ахнул, сколько же я времени-то потерял с книгами-то, вот здесь-то я просидел-то. 30 тысяч часов. Тысяч. Зрение-то какое. Так это не все. За 9 лет я написал вот этой рукой 3467 стихотворений. По 9 куплетов, в каждом 4 строчки. 36 строчек. Умножь на это. Я тогда подсчитал. Означает это, сейчас легко это запустил. Рукой написаны стихи, которые, а потом второй раз я печатал, еще больше времени потратил. 4 329 703 буквы. Вот рукой написано. А много это или мало, как сравнить? Полная Библия с неканоническими книгами, запиши, 3 172 512.
повторяю, стихи, которые написал, 4 329 703. Новый Завет 612 909. Что я написал стихи, это означает, переписать я должен был Библию и отдельно еще два раза Новый Завет. Я так ахнул. Я даже не заметил, почему регулярно писал рукой, а потом это же самое перепечатал. Я хоть и переписал, и перепечатал. Стихи мне никто, если проповеди помогали, тут сестра была Кубайкина, там все, ну, были, которые помогали, то тут никто не помогал. Тогда я сказал, а сколько стоит Библия, если она будет написана? Вчера только сказал, живу с двумя братьями, брат Никита, Владимир, они сразу стали, взяли по одному листу Библии и стали писать. Я говорю, вы сначала перепишите его с указанием стихов, а потом перепечатайте. А потом уже будешь читать, а я буду следить. И вчера за день все это сделали. Какие братья-то у нас? Ну, как говорят, зазомбировал их. Что у нас получается? Никита Андреевич берет Библию с застежкой. У Володи оказалась точно такая же. В этой Библии, запишите, 1287 страниц. 1287. Никита быстро сделал, за 40 минут. Написал и за 40 минут перепечатал. Когда он прочитал, оказалось там 7 ошибок. Ошибок. Стихи даже выпущены были. Я потом скажу, как у Володи было. Теперь, как те переписчики, которые Библию рукой переписывали. Что отсюда получается-то? А получается следующее. 2000. То что у меня получилось-то? То есть, если бы он всю Библию переписывал с этими ошибками, у него получилось бы 9000 ошибок на Библию. 9000. Это не случайно, я говорю. Потом вы услышите дальше новость, какая будет. Вот. По 40 минут. Я посчитал минуты, сколько чего. Получается, что если бы Никита переписывал, ему для переписки Библии потребовалось бы 858 часов. Я насчитывал Библию 89 часов, то есть в 10 раз больше. Вот эти цифры я первый раз озвучиваю, их никто и не знает, потому что этим надо заняться было. Ну, Новый Завет, это 257 страниц. Ну, в общем, так, понятно, куда идет. Брат Владимир это же делает, переписывает. Значит, если Никита 40 минут, то Володя печатной буквы 2 часа потратил. 2 часа. Ну, я не знаю, перепечатал он поменьше, наверное, да? Чего перепечатал? Час. Ты перепечатал на бумагу? Час. Час. Час, ну, да. Я взял, которые переписчики. Так вот, если никто, кто не знает, говорят евреи, там евреи, масореты, они испортили, поэтому у нас из испорченного оригинала Библия, эти люди вообще не знают, о чем говорить, так с ними разговаривать не надо. Они в специальную одежду одевались. Специально освященный от чистого животного пергамент должен быть, специальное чернило. Если он писал имя Иегова, Бог где? Хотя бы гром молнии и царь стоял сзади, не имеет права прервать, пока не напишет. И если его начали проверять, и нашли, он писал уже, допустим, 3 года, вот как Володя писал, то ему я не знаю сколько, ну мысленно кто-то быстро разделите, 2574. Это часа. Ну и по часу, если он будет писать. А в году 365. На 365 разделите сейчас. 2574 на 365. Потом мне сразу дайте эти данные. Что если начали проверять, и найдено было 4 ошибки, а он уже писал год. 4 ошибки. Никаких разговоров не было. Свиток этот брали и сразу сжигали. Это закон был выведен. И поэтому они дрожали. Когда напишет строчку, сразу должен был подсчитать, сколько слов, еще раз, сколько букв там есть. Буквы в каждой строчке напротив цифра ставилась. Это есть такая книга «Этюда» отца Геннадия Фаста. Я оттуда взял. Это не просто все так. Если как Володя писал, ну практически ни одной ошибки. Ну мы в среднем так взяли. Я не обвиняю ничего, ну просто труд Бог ценит. Я рассказываю случай интересный. У Надежды Васильевны сестра, Анастасия Васильевна, была на севере. И там одна женщина Новый Завет переписала тушью, печатными буквами, как нарисовала. Весь Новый Завет и дальше, в какой день, что читать по Евангелию, все есть. Это 96 страниц были такие тетради общие.
ну, большие, в клеточку, три тетради. И прислали, я был переплетчиком, реставратором, чтобы я переплел в один том. Когда мне попало в руки, я сразу ее, как говорят, зажилил и назад не отдал. Не отдал. Это оригинал, он сейчас у меня хранится. Ну ты же забрал. Ну забрал, все. Забрал. А что в ответ? В ответ тогда вообще Библию нельзя было достать. Я ей выслал целую Библию. Там радости на севере конца не было. Попутно встретил, я сегодня рассказывал уже, стихотворение Виктора Гюго. Старец один учит и говорит, Бог усыпил Авраама, этого Адама, и взял ребро. И вот он, так она говорит, отец, так он встал-то без ребра. Бог у него ребро украл, когда он спал. Правильно, украл. Украл, он Бог, это его. Ну а что из этого ребра получилось-то? Вот такая, как ты, а она невеста стоит-то. И все поставил на место. То есть я украл. Сколько семь, лет? Семь лет. 7 лет надо переписывать. 7,05. А этот человек пьет и ест, его надо кормить. И вот поэтому считалось, что труд рабочего приравнился к 20-летнему труду рабочего, чтобы выкупить один свиток. Могли ли они быть распространенные? А сегодня вот я попытаюсь, считать буду. Сегодня мне программу прислал. Я буду говорить сейчас по-русски. Но там нажал кнопку «Английский мне надо». И она сразу выдает на английский речь и пишет по-английски. Но там, говорит, надо проверять еще ошибки. По-английски, по-испански, там, как ты желаешь. До какого времени мы дожили? 50. Эти данные я вам дал для того, чтобы Бога прославить, кто это сделал. Хотя в мире сегодня насчитывается 4 миллиарда людей, которые интернетом еще не пользуются. Половина населения Земли уже имеют. Два изобретения, которые буквально вошли, это телефон и интернет. И некоторые не знают, как звать. Интернет Тимофей, а там Мартин на телефоне. И оба живые. Еще поисковик библейский, тоже Тимофей Ха. И надо молиться. Кто программу составил этот записывать, я сейчас сделал запрос в интернете. Кто сделал, один или группа разработчиков? Помолиться об этих людях. Как они нам облегчили благовестие? Чтобы Бог их наградил верою. Как должно. Вот кто смотрит по интернету, запишите, одна программа есть. Я сейчас назову одно слово, второе мне братья подскажут. Советую с детьми и со всеми посмотреть. Наизнанку, как дальше первое слово? Мир. Мир наизнанку. Мир наизнанку, да? Да. На Украине избрали одного человека, Комаров Дмитрий. Правильно говорю? Да. Ну, это, ну, как он, видимо, снабдили его деньгами, всем, и он поехал в южную страну, Индия, Цейлон, там, в Африку, везде едет сам. Обычно кто-то говорит, тут показывают какие-то достопримечательности, но он говорит, и все. Этот лезет везде, ловит угрей, по болоту, он с ними вместе бредет. Где-то падает там, и он там падает. Он сам, ну, до того... Поставлено все у него. Ты, я хочу оторваться, не могу. Что едят? Он узнал. Идет на базаре, все покупает, приносит украинский борщ, дикаря варит. И все там вожди, которые... А вожди не просто так, а вот у них стоят мумии, мощи своих прежде умерших, тут же у них. Это очень познавательно. И у него юмора много. И он знает, как говорить, его нигде не выгоняют. Вот он видит, там воины какие у них у дикарей, то он ей заплетается его, вот косички заплести, это 8 часов работы парикмахерку, среди улицы. Что не хватает, он подошел, над ним смеются, у тебя нет меча, покупает меч, стрелы надо, пошел покупает лук, и теперь едет к дикарям. Это настолько живо, каким надо быть человеком, вот, и те, которые избрали его и послали, в таких трудах он там живет. Ну, просто посмотрите, и вы скажете, куда кого отправлять, надо найти такого человека. Он разбирается во всем. Такой странненький. Не знаю. Ну, я рекламирую его просто. Так, если Бог положил вам на сердце это, я про лагерь вернусь. Помолитесь, чтобы Бог проложил ваш путь. Вчера одна откликнулась у нас... С Новокузнецка, в Леську, фамилия ее, Галина. Она закончила там институт или университет медицинский. Но они ходят, группа милосердия. И говорит, мы не знали, как говорить. На нашем форуме всему научились. Выписали книги. Там взяли визитку, люди в разных местах, нашу визитку, и дальше у себя их издают. Конечно, на них стали нападать, она не глядит на это. И она говорит, вот
Теперь буду молиться. И вы молитесь. Галина ее звать. Я уже ваша. Я хочу там быть. Нам нужно еще таких людей найти. Там не надо тебе ни бегать, ничего. Ну, обыкновенно, как варишь дома, там варить. И смотреть, в одном доме у нас будут мальчики, в другом девочки. Иногда будем вместе друг к другу, чтобы приводить их. Я еще не знаю, как, но, в общем, картина уже вырисовывается. У кого знакомые, что выше на меня, помолились. Чтобы мне были бесплодными. Дети – это все. Нет детей для Бога. Ты пойдешь в другое место. Дети – это не игрушка, не маленькая обезьянка. Это, в общем-то, в конце концов, наши учителя. Ты приглядывайся. Вот меня спрашивают, ну а как вы можете узнать, он избран или не избран? Не знаю я, у меня, я не имею никаких педагогических этих образований, но я приглядываюсь. Маленький пример. Далее, рвать траву везде, он стоит лагерный, это рядом, они знают, там кельи обрывать там надо, собирать мусор. А ему дали участок какой, он небольшой, дошкольник, а его нет, он сел и сидит. Дети сразу заметили, не работает, значит ему завтрака не будет. Подождите, я потихоньку подошел сзади, он рассматривает букашку. Муравьи опрокинули ее кверх ногами, она больше их несколько раз, и тащит ее домой. Я отошел, не надо, он работает, он работает. Теперь надо, чтобы, если это его сильно интересует, может быть, биолог будет хороший. В другом месте малину берем, всем набрать по кружке, сегодня будет с молоком где-то. А один на другую сторону перешел, где у нас там это клен растет. Дети видят, сразу подошли и говорят, а он не берет, все в рот и в рот. Я потихоньку подкрался. А он берет ягодку, святые, Боже, вторую ягодку, святые, крепкие. Ну и сам крепкий делается. Святые, бессмертные. Я обратно к кустам не трожь ты. Он работает. И когда приезжают люди, издалека профессоры психологии приезжали к нам, а где вы учились? Я нигде не учился. Я сто крат повторяю, нет образования, я просто молюсь. Молюсь и приглядываюсь. Чужой опыт – это так дорого. Вот я возвращаюсь, редко кто из родителей, чьи дети были, подошли и сказали бы, а какие заметили вы, надо, неисправности или как, недостатки где-то. В деревне у нас по Теряевке только один человек подошел. Почему? Вопрос, почему? Если вовремя ты заметишь наклон не туда, тебе бы полезно было его выправить. Повторяю, что вот такой фотографии, которую я назвал там стоять там и, или как-то, на 2 миллиарда мусульман ни одной такой не было за 1300 лет. Как они их берегут? Ну давайте там увидим хорошее. Вот они на ручей эти чуть-чуть в горах, видно, горы такие все. И они все белые передники, там как одеты, все до одной, там 17, кажется, девушек. Но это девушки, стопроцентно. И они у ручья там руки опустили. Какая картина. И посмотри, ведь все наши девицы-то, они ничем не хуже их. Так они наши Христа знают. Но чтобы они дома такие были, у них ни одной фотографии нет без платка. У Рамзана Кадырова какой там совет идет, там женщины, директора или кто, ни одной без платка нету. Но это же в Российской Федерации. Обратился священник, мусульманин один, и стал священником. И показывает, как он дома живет. Ну теперь он не Рахмет, а Роман. Девочка 13 лет, ну у нас кем хочет быть, там артисткой там, или еще что-то. Ее спрашивают, у тебя какая, ну слово нехорошее есть, мечта такая, надо спросить, намерение. Она говорит, замуж выйти и быть угодной мужу. Я у мамы всему учусь, показывает, строчит, там шьет, печет. Главное, это ее назначение в семье, быть помощницей. В 10 раз увеличить стоимость мужа, когда она сзади стоит. Если мужу 2 таланта, она сзади 0 станет, уже в 20 будет. А если впереди залезет, останется 0,2. На 10 раз меньше его сделают. Видите, математика сильная вещь. Все. Игнатий Тихонович, я в дополнение к лагерю хочу сказать, мысль у меня такая, надо же сейчас вот спонсоров все, потому что дома новые, ничего нету, нужны духовые шкафы, нужны плиты, нужны стиральные машины, кухонные комбайны, много всего-всего надо, если раньше одна была, потом я хочу сказать, если будут в каждом доме готовить разные повара, разное будет соблазн, надо одну большую столовую делать на всех. Иначе да. Дети будут недовольны, это точно я вам скажу. Они будут спрашивать друг у друга. Почти, я сказал, иногда в гости, может быть, один день в одном, в другом. Так, один день. Еще можно? Сейчас, подожди, я по частям, чтобы... Не садись. Я спрошу юриста.
то, что мы отдельно в каждом доме, или в отдельный дом будет где-то, когда мы уязвимы делаются до Роспотребнадзора? Если в одном месте будет столовая, сразу же сразу, вопрос, понятно? Вопрос возникнет, да. Лена, будь внимательна. Я обдумал это, просил Бога. И говорили с первого дня, так одна в одном месте, нет, поврось сидят, поврось спят. Вот два момента, на которые они бьют. А днем мы можем приходить в лагерь, там заниматься, купаться, играть. У нас лагерь остается. Это нам не помешает? Нет, просто там деревенские вместе будем. Площадка. Место отдыха, да. Детская площадка. Тогда меню. Я прошу с братом Себастьяном все время советоваться. Меню тогда должно быть одинаковое. Нет, не надо. Как раз в гости можем приглашать. Вот у них сегодня, завтра, послезавтра, у другого, третьего. Как раз наоборот, разнообразие детям будет нравиться. Можно еще? Игнатий Игнатьевич, у меня вопрос. А для чего ходить туда, в такую даль, когда такие огромные участки? Можно сделать новые площадки с новыми надежными качелями, этими всякими кто там будет всем. Делать-то? Ходить полезно, Лена. Лена, туда на экскурсию. Лена, это не просто. Там у нас столы закрыто сверху, занятия везде. Там все есть. Там город. Нет. У нас. И нам это не по силам. Ты сама видишь, мы работали на износ. Это невозможно. Может, спонсоры найдутся? Ну, за предложение, пожелание я благодарю. Но советы давать такие, чтобы мы не потеряли то, над чем трудились. Роспотребнадзор, чтобы... Мы учитываем государственные инстанции, нам не обойти, не объехать ее. Но мы не должны давать повода, ищущим повода, как Павел говорит. Ну, работайте в этом направлении, давайте какие советы. Может, ко мне вопросы есть какие-то? Нет, возле дома нельзя площадку ладить. Так, вот смотрите, что я хотел сказать. Подозрение осталось, что здесь лагерь. Ну, вот прям, что если он в частном доме нельзя, не могу сделать год. Не сделать. Да, ну. Роспотребнадзор сразу будет подозрение. Вот у них это сразу будет. В первую очередь. Сколько дворов частных, у которых... Площадку большую ты не сделаешь. Ну, небольшую. Это же во дворе. А большой у нас в лагере нету, поди. Да ладно, не об этом надо говорить, молиться надо. Ну, все сделаешь. В каждом ставить качели, это уже будет накладно. Вот какое дело. Там напали на одну баптистку, она сделала палатки во дворе. Вот. Вот этого нет. У нас они спят в комнате, приехали в гости. Мы все, насколько возможно, обдумали. Вы правильно обдумали. А как вот Лена предлагает, во дворе нельзя делать это. Нельзя. Это нельзя. Сразу это уже лагерное. Сразу подозрение будет. И мы это сделали, что я говорю, предложение. В первый же день, как лагерь закрыли, и сразу начали думать, и молитва открывается. Вы правильно сказали, что да, оставить лагерь так есть. Это да, площадка. Так, Вадим, раз ты в это дело стрял, значит, на бумаге постарайся изобразить. Нам это нужно. Ну и, конечно, все остальное. Я хотел попросить помолиться. У нас сейчас Еня в гостях живет. Ну, не знаю, насколько. Ну, наверное, до конца будет, пока не доучится. Потому что очень далеко и ездить, она сильно устает, конечно. А у них такие занятия, ну, как работа настоящая. С утра прям и... Приходит там в 4 часа всего лишь. А пока доберется там? Да, ну и пока доберется, представьте, тут, и, ну, я даже подумал, какая там мученица прямо. Потом еще позже. Да. А от нас всего полчаса до трамвайчика дошла и доехала. Она около Крытого рынка живет, ну а мы на Матросово. Ну прям сам Бог велел. Да, ну, чтобы все было для благоугождения Господу. Потому что дети, они такие еще незащищенные. Она только туда пришла, это уже зашла, там, ну сколько учится. А такая рассказывает, и такая, а моя подруга старшая, а моя подруга. Я говорю, что там у тебя за подруги уже? Я прожил 52 года, у меня что-то друзей не очень много. Хорошо, что ну, братья есть. А там в миру, допустим, это вообще сложно было. А у них сразу вот они тут же, ну, открытые наши дети открытые. А с той стороны, я говорю, а у тебя еду выпрашивают? Да, выпрашивают. Даешь? Да, даю, такая спокойная, все. Ля-ля-ля. Ну, потому что еще пока мало надо есть. То есть вот, а уже все, мир действует. Я говорю, так это, говорю, аглоеды вокруг тебя уже собираются. Она не понимает еще пока. Ля-ля-ля-ля, все хорошо у них, все прекрасно. Поэтому молиться надо, это, представьте, это только-только началось, это всего лишь колледж, а там дальше пойдет. Эти вечеринки у них всякие, там, страшминки, там, чего только у них нету там вот сейчас. Это как в нашем православии, заповедь на заповедь, и вот эти все предания старцев уже,
Уже столько всего, вы не представляете, сколько всего. Вот хорошо, что есть у нас братья, которые там более интересуются еще этим православием. Вот Игорь стоял, рассказывал, как все у них хорошо. А тут брат, вот у меня Никита, мы с ним вместе тут трудимся. И он мне предложил тест православный. Ну. И я, из сколько он мне дал, где-то, наверное, 8 вопросов, ну, тестов, и я ответил только на один, и то случайно, и то потому, что уже понял аналогию ихнюю. Слова крещения уже нету. Нету. Крещение, это вы думаете, от какого слова крещение? То, что Игнат Тихонович написал, бред это уже. Это он придумал все вместе со святыми отцами. От слова Христос. Раньше было хрящение называлось оно. Понятно? И это все втирается вот в семинарии братьям нашим. Это все они учат, чтобы быть настоящими православными. Там такой бред написан, понаписан у них. Что нужно, там, что нужно после того, там, как ты крестился или что? Мед, молоко, там, вино там. И что? Да кто его там что знает? Мед. Потому что после крещения, чтобы ты был сладко, тебе было во рту, все время, раньше, в старину, все время вкладывали им ложечку меда каждый день крещаемым. Это вы, я даже не знаю, кто это. Это Осипов, что ли, придумывает? Или этот приехал с Америки? Они специально придумывают бред. И это все нужно учить. И тогда ты православный. Они тебя быстро отличат. Какая, я думаю, по бороде будут отличать, оказывается, все-таки по вот этому извращенному уму. Это не просто предание старцев, это предание старцев, которые лежат в душелечебнице. И они туда, видать, ходят и записывают, кто там что, какой бред скажет. И это все везде повторяется. И вот книга Игнатия Тихоновича «К истинному православию», она уже улетает. А они только посмотрят, молодежь, и скажут, да это вообще какой-то... Ну, не очень здоровый человек писал. Выкинуть придурок, ее. Придурок. Да, однозначно. Потому что у них все. И медовый спас они туда вложили. И яблочный, и ореховый, и цветочный. Миропомазание сколько раз делается? Миропомазание 2 раза делается. Еще царя-батюшку приплели сюда. Ну и где они, царя-батюшки? Сами же с ними справились масоны, которые написали этот бред. И это не тест, я не знаю, что это тест, хорошо, что он попался нам, его прям можно разобрать. И это все вот называется сейчас истинное православие. Все для того, чтобы детей развратить. А что, они смотрят и говорят, ваши дети что, в мир что ли уходят? Ну здравствуйте, ну посмотрите внимательно глазами-то и все, увидите, куда они уходят. Где дети-то, которые взрослые должны быть? Вон у Леночки 2. Конечно, они уходят в мир, потому что нету удержа. Конечно, там все так легко, там, а что подружки, а ей курить можно. Уже половина группы, 10 класс, все половина курят девочек вместе с мальчиками. И она уже это все знает спокойно. А почему? А у нас-то место для курения, и там они все стоят, курят. Я вспомнил, как у нас было. У нас бы, да не просто ты пригубил где-то, от тебя только запах. И уже этот Стригин у нас был, Михаил, как же его, Семенович. И он, заслуженный учитель Советского Союза, он за ухо возьмет, и ухо, вот тут где-то лежали закрученные, дайте, вот такую спираль, вот так вот ухо закрутит. У нас у всех уши такие хорошие, длинные были. И вот так вот тремя пальцами как-то раз, и так, он не курил ничего, такой здоровенный прям. И он только говорил, к Стригину. Все, а что я сделал? Первая мысль бьется, а что я сделал? Никаких НКВД не надо, ничего. Сейчас прикоснуться к ребенку и ювенальной юстиции. Да, конечно, они все в мир уйдут, а куда еще? Они уже родители сдавать сейчас могут, все Павлики Морозовы. Один на другом сидит. И уже шашкой голову рубить. Поэтому я не знаю, как сохранить детей. Вот всем вместе нам нужно подумать об этом. Помолиться, чтобы Господь это как-то вот поставил все на свои места, наши молитвы, и помог нам с нашими детьми. Потому что у меня впереди тоже идет это Марина Крестная, Енафы. Да, так что, ну, как бы это все нормально. Если еще одна, ну, тут у них это есть еще... Вот, это, нет, это
Ксюша. То Ксюшу мы еще тоже возьмем, если надо, где там родители. Ну, смотрите, если близко там будет где-то она у нас. Вот Тарас, Тарас еще сейчас идет, это мой крестный крестник. Да, ну очень, очень бы не хотелось, чтобы дети просто так были упущены. Смотрите осторожно за этим, вот, друзья там, братья. Вот занятия, когда веду с детьми, я всегда, ну, 5-10 минут посвящаю на то, чтобы показать, кто их лучшие друзья. Я говорю, ваши лучшие друзья – это Священное Писание, апостолы, потом ваши учителя, которые вам тут все вкладывают. Вот и братья все ваши, которые стоят тут, с которыми молитесь, сестры, это все ваши друзья. Это вот они, друзья точные. А потом дальше, когда вы выходите, вы смотрите внимательно. Вы думаете, учитель вас учит, и он ваш друг. Хунвэнбины, маленькие вот такие засранцы китайские, начиная с 9 лет и до 16, это у них такой был молодежный союз, сами своих учителей в школах, в университетах, в колледжах выводили на площади и поначалу убивали самостоятельно. Понятно, где эти учителя все? Почему? Потому что им цитатник, этот, как там у него, Мао Цзэдуна, этот цитатник, показывал, что учителя их учат неправильно. И все. Все решили сразу в одночасье. Вот они какие дети-то, умные, разумные. А у нас что, им тоже недалеко. Вот смотрите, про Украину показывают, кто начал всю заводиловку. Начали со студентов, заплатили деньгу, а у них все равно ничего нету, доллары. И сразу организовали группы эти. Вот тебе и эти правоцентристы, там всякие радикалы. Молодежь, которой нечего делать, нету денег. И пошли бутылки с зажигательной смесью кидать. Им что, молодые, спортивные все. И везде, везде молодежь. Революция в России. 24 года средний возраст. Ну, понятное дело, после сразу института вышли, заняться нечем. Вот и все в этой революции. У меня все. Брат, зачем далеко уходить? Я знаю одного человека, учитель, который... заступился за мальчика, которого бежали другие. То ли подзатыльник дал, то ли толкнул. Суд, штраф 5000. Зачем далеко ходить? Ну, а куда? Суд решил. Значит, он написал это? Ну, родители написали, это понятно. Ну, рассказал. Ну, не знаю, надо просто обратные суды делать. Так, минутку, я отвечу на вопрос Игоря. Что делать и как? Вот сейчас появился материал такой, ну, в школе-то они там устраивают разные олимпиады и прочее. Решили, едем в парк. В парк, там какие-то игры будут. А кого нету? Называет там какая-то девочка, так интересное название ее. А почему? А они уже знают, да она рабыня дома, ее отец никуда там тиранит ее. И учительница только получила этот класс. Она говорит, я никого не знаю. Обратила внимание на ту девочку, учится только на пятерке. Одета совершенно не так, как все, одета вот как наши сидят. Что это такое? Религиозный дурман какой-то? Ну, я говорю, собрание родителей, знаю, что сказать. Но пришел отец. Обычно там матери как придут. Это отец пришел. Я, говорит, начала говорить, он кандидат каких-то там наук технических. Видный, здоровый мужчина такой, себя представительный где-то. И пригласил ее домой. А почему вы ребенка не пускаете? А зачем? Без глаза, молодежь. У меня дочь, дома у меня еще четверо ребятишек. И она, когда познакомилась, ее мнение о нем и об отношении ее к детям, учительнице, стало быстро меняться. И она поняла, это единственно правильный путь. Как же я училась в институте педагогическом? Почему не говорили? Повторяю, ни одна мусульманка ни на какие вечера не ходит. Я был в мусульманских странах, вот у них называется стена, которая отделяет дувал. Ей надо перейти, допустим, через улицу. Всего только. Никогда одной нету. Самое малое, что я видел, по 6. И прям бегом. Пробежали, дверь захлопнула, никого не денег. Даже ты караулишь, их не поймаешь. 6. Хоть один закричит. А дальше один что-то сделал, допустим, где. Последнее, что он видел, хозяин стоял на крыльце. И врата ада перед ним распахнулись. Все. Мы ни к чему не призываем, но к тому, что сталкивать на двор не надо, дома поставь. А девочка это, кажется, в музыкальной школе, родители не жалеют деньги. То есть она очень развита, и она знает, что там опасно. А ее как бы зазирают где-то какие-то, ну, маловажно, надо перетерпеть.
Если нас любит Господь и бережет, то можно от людей, не знающих Бога, это. У нас у всех бывает где-то не хватает каких-то знаний, но вот это, которое мы получаем, о чем сейчас говорим, не надо его даже бить и ухо крутить ему. С самим примером она показала, она не такая. А как она пользуется уважением? Вот что интересно, расспросили ребят, почти все до одного, как говорят, положили на нее глаз. А почему не подходит и боязно подойти, я не такой? Кажется, уже они, если она курит, девчонка, меня уже никто не убедит, что она девственница. Я имею опыт. Если она курит, она перешагнула самое главное, что есть. Ну, капитан милиции, работает с малолетками. Я решила дать им сочинение написать. Какой самый печальный день в вашей жизни? Я, говорит, знала, что ответят. Ответят, как, когда арестовали. Подруга на меня показала. 100% ответили. Это день, когда я потеряла девственность. Без слез считать нельзя. Да что сделали с нашим народом-то? Процент девственности в Первой мировой войны там попадали, где узнавали, приходили враги. И в этой войне. И когда Гитлеру доложил, Гальберт, кажется, кто там он у него, фельдмаршал или кто. Угу. Какой процент девственности, который выезжает во Францию? Ответ был один. Эту нацию нам никогда не победить. Не победить, потому что от нее такие же дети будут. Вот на это надо смотреть. Лишнее убрать. Почаще вместе склоняться на молитве. Коротенькая молитва, но вместе. А то у нас лагерь, где бы мы ни пришли, три поклона. Я пошел, ну и торопился. Дети криком кричат, а три поклона не положили. В ребенка это все заходит. И успей в эти три поклона вложить. Немножко скажи, какая природа, почему, о чем мы молились. У нас каждое утро Евангелие с толкованием. Нам есть что людям дать. И поэтому, если будет какая-то возможность, посылайте на наши ресурсы. Зачем бы к нам прилетела сюда директор Кэссенского института из Лондона, Ксения Дэннон? Она узнала, прилетела. И что интересно, я первый раз слышал такое. Она уехала, прекрасный материал, кажется, мечта в сибирских степях, что-то такое. Но я, говорит, услышала, ее Останкина привезли сюда с Москвы, директора. Мне, говорит, и половина не рассказали, что я там увидела. Как одна цариса Соломону сказала. Что она увидела? Она приобрела книги и прочее. Это наш друг в других краях. Она из англиканской церкви, с которой едва-едва перед революцией не соединились вместе, которые доказали, что у них есть рукоположение. Все. Мы сегодня очень много говорили о детях с разных сторон. Я хочу вам напомнить, что мы все-таки граждане Российской Федерации, и детей все-таки нам дает Бог, это благословение от Бога, и Бог так сотворил, что дети приходят в этот мир через женщину, которая становится матерью. С 98 года в нашей стране празднуется День Матери. Я хочу вас, дорогие сестры, поздравить с этим праздником, потому что в момент рождения ребенка, как я для себя поняла, я беру ответственность перед Богом за христианское воспитание своего дитя, довести его до Царства Небесного, и это действительно труд, который я теперь знаю не понаслышке. Хочу поздравить бабушек, прабабушек, мам и тех сестер, которых Господь не благословил детьми, потому что они, как я вижу, они дарят частичку своего тепла, своего женского, того материнского, которое все-таки все равно присутствует в них, детям, которые их окружают, частичку христианского своей души, богатства души своей христианской, дарят этим детям. Дорогие сестры, я вас поздравляю и прошу ваших молитв, чтобы Господь нам дал быть добрым примером, нам, женщинам, сестрам, добрым примером для своих детей. Послушание, молчание, кротости, воздержание. Ну, вы сами знаете, что я вам рассказываю. Спаси Христос. Только еще братьев вспомнить надо. В этот же праздник братьев вспомнить надо. Есть тоже праздник отцов. Нет, это не праздник отцов. Есть какой-то день? Нету. День защитника отцов. Есть у кого еще слово? Есть. Я просто хотел про это сказать. Сейчас там в интернете везде показывают, как молодых женщин там учат
западный образец, с какими мужчинами там надо знакомиться, чтобы создать так называемую семью, и для чего это все. Ну и только одно, мужчина должен быть материально обеспеченный. И вот там пишут, если, говорит, от 80 до 200, до 250 тысяч у него есть, ну, зарплата в год, это не сегодняшние цифры, чуть там позже, то значит, если, говорит, до 80 тысяч, вообще этот вариант не рассматривается никогда. Никогда с ним, говорит, не ложитесь в постель, это они. Потом 80-250, с этого можно кое-что поиметь. Этого там можно рассматривать там на сколько-то там месяцев, чтобы с него это сдернуть. А там дальше вдруг он что-то больше начнет, значит, вы побольше с него выкачите. Если миллион, о, вот это самый лучший самец. Этого нужно растребушить по полной программе. И учат, как требушить. Как там надавить на нужные места, вот эта кукушка ночная и так далее. Все, вот это. Ну а мужики в ответ тоже тогда уже ответили феминисткам этим. Отвечают так, тоже мужик, парнишка стоит и так. Так, вот глядите, 50-60 килограмм женщина. Так, вообще на них внимания никто не будет обращать. Что на них внимание обращать? Ясно, что тут победы не достигнуть. А вот гляди, от 80 до 100 килограмм женщина, это тут можно что-то еще воспользоваться. Она и есть будет хорошо, потому что, ну, там у нее уже есть. И пошире станет, и так далее. То есть, нет, вот, коня остановит. Да, и коня остановит. Поэтому я говорю, конечно, Галя, благодарим тебя за поздравление. Ну, братья тоже поздравим. Все-таки Господь говорит о братстве. Хоть маленькое, но Христово братство. У нас, конечно, оно небольшое. Но дай Бог, чтобы было Христово. Спасибо, Христос. Слава Богу. Ладно, молимся. Достойно есть около истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что скрыли имя твое, Бог Иегова. Дух Святый, да наставит нас не призывать никаких иных богов, вопия Ава Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сейчас песнопение. Занятия будут? Будут занятия. Обязательно. Я вот хотел сказать, когда сказали, Николай Польбуев заболел, у нас хорошие отношения, то у меня мысленно, я представил, что его больше никогда не будет. Он мне 10 раз еще дороже стал. Вы даже представляете, тогда молитва будет огнем гореть. Пока живой, говорит, хоть кровинку дай ему. Еня, а не просто сойти на могилу. Все, не додумал? Все, я полетел. Ну, то есть, как обычно, да? У тебя все по той же схеме сейчас пойдет.